Ульяновский учитель Юлия Серебрякова – лидер на всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Дойдя до полуфинала, школьный педагог по чувашскому языку стала одной из 15 лучших среди представителей 72 субъектов всей страны. Подробности далее. Итак, тема урока «Семья Килбиш». Правильные жизненные ориентиры и вечные ценности – неизменная основа уроков Юлии Александровны. Наряду с изучением новых слов и склонений, учитель чувашского языка стремится на своих занятиях куда более весомой миссии – воспитанию. Папа. Брат. Брат. Ну, или сестра. Брат или сестра. Я. Конечно, Максим, да, я. Как без меня? Для своих шестиклашек любимый учитель уже в роли второй школьной мамы. И в изучаемом в ходе урока «Семейном древе» ученики отвели ей особое место. Родилась и выросла Юлия Александровна в педагогической семье. Ее профессиональное призвание было предопределено, поэтому особенной связи с подопечными удивляться не приходится. Я очень ее люблю и хочу, чтобы она также продолжала хорошо учить не только нас, но и других детей. Профессионализм педагога отметили еще прошедшей зимой, когда, победив в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы», она отправилась на федеральный в Карачаево-Черкесию. Из представителей 72 регионов страны ульяновский учитель вошла в 15 лучших. До финала не хватило совсем чуть-чуть, однако отчаиваться Юлия Александровна даже не собирается. Ученики не позволят. Да и участие в конкурсе прежде всего – импульс к совершенствованию. Потому что пока готовишься к конкурсу, уже ищешь как-то глубинно все, рассматриваешь со всех позиций. Ну, например, готовясь к этому конкурсу, зная, что я буду проводить в Карачаево-Черкесии, я узнала очень много о Кавказе, я узнала о Карачаево-Черкесии, я, можно сказать, могу дать какую-то, наверное, даже справку. Особенным сюрпризом для Юлии Александровны стала неожиданная встреча после возвращения с конкурса. Любимые ученики с цветами и шарами заполонили один из перронов центрального вокзала. Это был неожиданный сюрприз, да, что увидел я еще, подъезжая к перрону, это было очень трогательно. К моменту я немножко слезы вытерла, это было до слез трогательно, когда приехали директор школы, приехали завучи, приехал мой класс на вокзал встречать. Это, ну, я не знаю, у меня слов нет. Это эмоции зашкаливали, да. Это очень безумно приятно. Останавливаться на достигнутом Юлия Александровна не собирается. Впереди много новых испытаний и новых высот, которые, несомненно, покорятся лучшему учителю чувашского языка. Мадина Исмаилова и Дамир Губеев. Вести Ульяновск.